гагаузам, к русским, вот к другим, ну все равно. Пост великий, Вася, как одна заявила, нельзя много кушать. Кисель сварит на мелкой тарелке, лом хлеба с булки и вот так еще отрежет. Ну что я, пацан, нельзя пост, грех кушать, проголодь. А другая бабушка, вот имя, бабушка Криворучка, та, Вася, пойдем ко мне, зайдем. Зашел, пол-литровую кружку молока, ломоть хлеба большой, кушай. Я говорю, бабушка, так пост великий сейчас, нельзя, грех ведь. Кушай, сынок, кушай. Пусть грех на мне будет. Но она верующая, сильно верующая была. Они воровские, чтоб комендант не узнал. Воровские. Это старые, еще с 30-х годов. У них коровы были. Вот. А с мальчишкой я и дочь у них взрослая, им парнишка, с ним играть иногда приходилось. Вот. И вот она, пусть грех на мне будет, вот ее слова. Они собирались, тайно молились, только чтобы, смотри, сынок, никому только не рассказывай. Я не знаю, мне, понимаете, мне как-то мне взрослые доверяли. Вот Петька собирал сначала против врагов народа, мы с ним схватывались, он упитанный, неповоротливый, а я как пес гончий, вот, упал всегда. Что драться? Раньше выступали, командиры бились друг с другом. Какой командир победит, тот то войско значит, чтоб не было пострадавших, убитых и раненых. Но я начитался, чего только не... Меня слушали, соглашались, а я всегда его обвалил. Мы стали лучшими друзьями. Он, придем, мать у него жадная была, здоровая такая бабища. Я за угол сарая спрячусь, он то картошку вареную украдет, то кусок хлеба и мне принесет. Она раз засекла, давай на него орать. Нищим тут таскать будешь, самим жрать нечего. И прочее, корову держали, все. А отец его меня накормил один раз. Я пришел, Витя дома, дядя Паша, нету, он что-то сказал, нету. А он как раз кушать сел. Садись со мной, поешь. Да ну, спасибо, дядя Паша, неудобно. Садись, Васька, садись. Садись, сынок. И вот у меня картошки вот этой, кружка молока, хлеба, наелся. Пришел Ведька, пойдем, Вася, поиграем. Я вышел на траву, лег, руки раскинул, Витя, не могу. Ну, от жадности. Ешь, Васька, ешь. Я знаю, что голодаешь. Ой, чего только не было. Немецкий хорошо знал, и на немецком языке, и песню «Es sitten die Juden knochen», и орал во всю глотку. Это что значит? А? Это что значит? Что значит? Ну, трясутся жидовские кости, немцы пели, «Великое Отечество», им «Grossen Vaterlandische Krieg», вот. Потом Мариана песня. Мариана, ком лястых кисен, деген ду зольс весен, маншац Марианхен, и хлеб нурдых. Много. И на татарском языке Сулико,
и что только не пел. Страна, советский край, страна родная там, страна антихристов, что только не плел, орал во всю глотку. Меня могли бы сразу забрать и посадить. Мне вольный казак, вот какая-то временами злоба, вот она многие годы во мне как-то выработала справедливость.